PokerBet. Обирай свій спорт. На шаховій дошці війни у світі зараз пов'язано просто все, і ми будемо говорити про ці зв'язки просто зараз, і про ту війну, яка триває, розв'язана Росією проти України, і про ту війну, яка триває зараз в Ізраїлі, хто стоїть за нею. Я Ірина Узлова, зі мною Борис Тізенгаузен, ми відкриваємо наш робочий тиждень з нашою щоденною рубрикою. Борисе, привіт, раді бачити, слава Україні! Вітаю, героям слава! Президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на парламентській асамблеї НАТО, закликав міжнародне верховенство права світ об'єднатися у боротьбі із тероризмом. Тисячі ракет, які були запущені по Ізраїлю проти мирних міст, мирних людей. Ми бачимо цілі сім'ї загиблі. Ми бачимо біля 300 винищених просто на фестивалі природи людей. Все це, каже Володимир Зеленський, нагадує ту російську агресію, яка відбувається проти України, ту війну. Одна й та сама тактика, яку використовує і Хамас, і Росія, підмічає Зеленський, про те, що Іран допомагав планувати, і він ще тут пов'язаний, пише видання The Wall Street Journal, що протягом кількох тижнів Іран допомагав палестинським бойовикам планувати напад на Ізраїль. Остаточне добро було дано минулого понеділка в Бейруті. Борисе, наскільки ось ця візла зараз пов'язана, хто стоїть за тим, що відбувається в Ізраїлі, і наскільки ізраїльське протистояння в найближчій перспективі може позбавити ось цього зла зі своєї території? Да, ну, рассмотрим с разных сторон эту ситуацию, то есть и со стороны Украины, и со стороны цивилизованного мира, и со стороны оси зла, ну, чтобы было понятней. Ну, во-первых, в общем-то, есть некие опасения, да, что если война, ну, точнее, очередной виток арабо-израильской войны будет длиться довольно долго с переменными фазами, то, естественно, он будет отвлекать на себя часть информационного внимания, ну и, соответственно, я думаю, что и финансовую поддержку Соединенные Штаты будут оказывать своему партнеру в регионе, Израилю. Это несмотря на то, что ежегодно от 3 до 4 миллиардов невозвратной военной помощи в рамках программы помощи Израилю передается военной. Ну, в общем, мы видим, что на первых полосах сейчас, ну, естественно, это очевидно, всего мира Израиль, сектор Газа, Иран. Ну, то есть вот так и происходит смещение фокуса. Я сейчас тут не говорю ни там хорошо или плохо, я просто говорю, что это данность, да, еще одна война, она, естественно, разделит внимание общественности и СМИ. Ну, а давайте перейдем к тому, что произошло. Действительно, дерзкая, наглая террористическая операция, хорошо продуманная боевиками Хамаса. Там настолько все было продумано, что многие военные эксперты однозначно во мнении сошлись, что, ну, явно Хамас не мог и лидеры, и их инструкторы сами все это придумать. Тут вот уже у нас информация от Wall Street Journal, про которую вы, Ирина, сказали, что действительно, значит, в Ливане, в Бейруте Иран дал добро на это, и Иран помогал организовывать эту... Почему помогал? Вот говорят, а что, они сами не могли? Ну, смотрите, несколько тысяч ракет, и, кстати, вот в эти минуты, по-моему, полчаса назад, еще одна была атака и на аэропорт Бен-Гурион, и на Тель-Авив. То есть тысячами летят ракеты. Если открыть карту и посмотреть, что же такое сектор Газа вообще, что есть такое, да, то это такая маленькая, по сравнению с Украиной, очень маленькая полоска суши, зажатая между водой. Вот здесь, значит, слева бетонная стена границы с Египтом. Большая часть граничит с Израилем. Это полоска суши шириной от 5 до 12 километров и длиной всего 40 километров. То есть по площади сектор Газа полностью как Харьков. И, ну, в 2,5 раза меньше, чем Киев. Представьте себе. То есть это не какая-то там какая-то огромная территория, но исходя из того, что там колоссальная, ну, такая серьезная плотность застройки, проживают там по разным оценкам, там до 2,5 миллиона человек. Ну, то есть это прямо вот такой концентрат, и найти там лидеров Хамаса, которые уже годами там роют, они могут там, кстати, и не находиться, годами роют туннели, бункеры и так далее. Но это очень сложная задача. Значит, вот это вот
так называемая вот эта операция, да, я даже не знаю, как ее назвать, террористический акт, который был хорошо организован под прикрытием ракетных обстрелов, когда все спустились в убежище, когда по протоколу военные тоже на военных базах спустились в убежище, проникли на дельтапланах, значит, и потом по воде. Причем сейчас пишут, что вот эти вот люди, простите, с какими-то там на мопедах и на самокатах, это не совсем все, как бы, кто там был. Это то, что Хамас снимал, да, но были подрывы вот этой стены, которая между Израилем и сектором Газа. Была разведка с дронов, было профессиональное проникновение, были беспорядки на другом конце, куда были переброшены войска. То есть все было крайне тщательно продумано. Я уверен, что, ну и там, судя по коптерам, атакам израильских танков и так далее, там и без российских инструкторов не обошлось. Ну, в общем, что это такое? Хамас, конечно же, это организовать единолично не мог. Хамас это вообще, давайте так, это политическое, значит, движение, радикально исламистское, и у него есть военизированное крыло, которое, собственно, вот все вот эти вот теракты и совершает. И они уже в ряде стран объявлены фактически официально террористами. Хамас не может существовать без спонсоров. Это такая прокси, как и Хизбалла. Это прокси, которые решают определенные задачи. Хизбалла тоже исламистское, значит, радикальное движение, тоже со своим военизированным крылом. Вот им дают деньги, и они выполняют задачи тех, кто им дает деньги. Кто дает деньги Хамасу? Это Иран, это Катар и тесные связи с Россией. Ну, там как бы про передачу финансов ничего особо не доказано, но все возможно. Советский Союз постоянно поддерживал вот подобные группировки для того, чтобы и контролировать, и влиять на, значит, на Ближнем Востоке, на ситуацию. Итак, явно за Хамасом стоит Иран. И не зря Израиль практически сразу обвинил Иран. Иран поздравил Хамас, что вы там, значит, хрупкий режим этот, как они назвали, хрупкий сионистский режим и так далее. То есть вот что, цель атаки, как говорится. Давайте перейдем к цели атаки. И чому саме зараз, окрім символізму, що це до 50 років в ніс одного дня, да, чому? Чому саме зараз обрали? Кому це ще може бути вигідно? Ну, не вдаваясь как бы глубоко в історію, у Ізраїля почали налажуватися отношения з цілим рядом арабських стран, в том числе Саудовской Аравии. Это раз. Значит, теперь противопоставить снова Израиль целому ряду арабских стран, ну, потому что, смотрите, опять угнетают бедных палестинцев. Ну, Хамас, ничего страшного, что они там детей похитили. Так получилось и так далее. Ну в общем, при такой эскалации конфликта ни о какой нормализации, ну, зачем нормализация, понятное дело, потом, возможно, Саудовская Аравия, как говорится, могла бы помочь всему миру, уничтожив еще раз, тогда они это сделали, уничтожив Советский Союз, сейчас уничтожив Россию. Как это произошло тогда? Я очень коротко, там на 30 секунд, на 10 даже. Саудовская Аравия, то есть Советский Союз сел плотно на нефтяную иглу, нефтедоллары текли рекой, зачем куда-то еще вкладывать? Саудовская Аравия, скорее всего, не доказано, но, возможно, по договоренности, резко увеличивает добычу нефти, цена на нефть падает, ну и, соответственно, все доходы Советского Союза от нефтедолларов становятся гораздо-гораздо меньше. Экономика трещит по швам, выдерживает 5 лет, и дальше 91 год понеслось. Вот такая же ситуация, такую же, можно было бы провернуть с Россией, которая, в принципе, дальше Советского Союза не ушла. Те же самые нефтедоллары, газодоллары и так далее. Но вот если поджечь пожар на Ближнем Востоке, то там можно сейчас эскалировать ситуацию, потому что там крайне сложные отношения всех со всеми. Да? Теперь, значит, что касается последствий. Я практически уверен, что Израиль в этот раз произведет полную и тотальную зачистку сектора Газа. Они уже к этому приступили. Потому что, ну, иначе, окрыленный успехом, вот это военизированное крыло Хамаса, оно будет снова и снова проводить подобные акции. Только уже там иначе их будет делать. Ну, в общем, поэтому речь идет не только об уничтожении
ключевых центров, командных пунктов, банков Хамаса, всяких этих конвертационных центров и всяких и прочих разных. Там бизнес идет, как говорится. Но самое главное, сейчас важно понимать, а как же на эту территорию, которая фактически окружена Израилем, и кто доставил такое количество оружия, как оно туда прибыло, и, в общем, как они будут оттуда убегать. Поэтому Израиль сейчас будет эту зачистку делать. Естественно, арабские страны будут возмущаться. Естественно, вы можете сколько угодно гоняться за Хамасом, но не уничтожив спонсора, ну, по крайней мере, не дав ему понять, чтобы он больше так никогда не делал, это бесполезная история. Появятся новые прокси, Хизбалла, например, там активизируется или кто-то еще. То есть в создании таких ультрарадикальных группировок Иран преуспел очень сильно. Поэтому это можно сколько угодно гоняться, но все равно через какое-то время израильские войска выйдут из сектора Газа, и там снова появится Хамас. Потому что, в общем-то, все было сделано для того, чтобы эта территория не развивалась. Она была депрессивной, народ жил там, прокачивался идеологически, ненавидел вовсю Израиль, считал, что Израиль просто не имеет права на существование. Соответственно, израильтяне, евреи тоже. Ну и, в общем-то, вот так эта территория и развивалась в обратном, как говорится, направлении. Поэтому и Иран нужно в данном случае наказывать, а это уже совпадает и с нашими интересами. Іран, між тим, каже на офіційному рівні, принаймні представники місії ООН, зокрема, ось так, що ми взагалі ні до чого, ми не причетні. Так, ми, звісно, схвалюємо, але ми не причетні. Завтра, 10 жовтня, зберуться також міністри закордонних справ Євросоюзу обговорити цю ситуацію. Наскільки зараз релевантна подіям, які відбуваються, реакція міжнародної спільноти? І, ну, я так розумію, що більше союзників, ніж Сполучені Штати, ми навряд чи побачимо допомогу, так, Ізраїлю, тому що саме США є ключовим союзником продовж багатьох десятків років, і вже і авіаносці їдуть, і заяви лунають, і додаткове виділення грошей буде, але тим не менше, чи достатньо на ось такий терор, на ось такий спалах відкритого, нічим не прикритого тероризму проти мирного населення реакція світових партнерів? Ну, звісно, недостатньо. Давайте вспомнимо, як Іран заявляв, що ми Росії не продаємо шахеди, ви що? Совершенно нет. Это они сами производят. Ну, то есть нагло врали. Ну, давайте так, у них там давняя история с Соединенными Штатами. И есть, кстати, успешные случаи, когда тот же, например, Трамп, одного из лидеров Корпуса Стражи Исламской Революции, генерала Сулеймани, уговорил, как говорится, да, не делать плохих вещей, как уговорил, с беспилотников кортеж его разнес, и его тоже. Поэтому Иран, в общем-то, как союзник России, как часть оси зла, и там где-то главный кукловод, не будем говорить кто, да, восточный большой брат, ну не главный кукловод, наблюдает и где-то там чуть-чуть это помогает. Поэтому мы видим, что ось зла, она настолько агрессивно стала себя вести, то есть фактически можно расценивать, что мы вам где хотите войну создадим. Мы вам сейчас, мы же еще недооцениваем, после вот этой операции Израиля в секторе Газа, там какое количество беженцев будет и куда они побегут. Вот я не зря назвал количество населения в 2,5 миллиона. Куда они побегут? Анджей Дуда, президент Польши, уже сказал об этом, что, собственно, главная цель, ну это по его мнению, у них, потому что это проблема действительно из Беларуси, там эти беженцы ломятся. То есть вот они теперь будут собирать этих беженцев не сотнями, а тысячами, десятками тысяч и отправлять. И будут они плыть на лодках, будут они пересекать границы, будут они создавать проблемы в Европе, ровно потому что Иран. А вот тут смотрите еще какая интересная история. Вроде как у России и Израиля были, ну скажем так, доверительные отношения. Угу. Они, кстати, были самые теплые за, наверное, всю историю, если мне не изменяет память. Вот именно с Советского Союза до сейчас, да, и такие отношения. И там Израиль нам ничего не предоставлял. А знал ли Путин о том, что Иран готовит Хамас, боевиков Хамаса? Я не исключаю, что там был спецназ и Аль-Кудс,
Может быть, и представители, инструкторы. Это в корпусе стражи исламской революции подразделение, которое внешними всякими операциями занимается. Поэтому я не исключаю, что Иран наверняка поделился этой информацией с Россией. А Россия Израиль не предупредила. Смотрите. То есть, и вот в чем суть. Политика умиротворения с Россией, политика не раздражать маньяка, она не работает никогда. И это я, кстати, сейчас при всем сочувствии к мирному населению и к израильским силам обороны, и желаю им победы и сил. Но еще раз доказывает, что с осью зла вот этой, да, у которой... А понимаете, у них же как? У них вот агрессия такая... может, даже и с их стороны оправдано, это поддержание собственного образа, имиджа, веса и статуса. Они всегда это будут делать. Кинуть кого-то там, неожиданно кого-то подготовить, прокси, нанести удар. Какой-то теракт очень серьезный, чтобы говорили во всем мире совершить. Ну, то есть вот это же, это в этом и суть этой оси зла. А цивилизованный мир хочет обойтись простыми санкциями. Я считаю, что в данном случае... Во-первых, риск применения ядерного оружия как никогда велик. И я сейчас говорю про Израиль, который, правда, условно не ядерный, но мы же знаем, как это премьер. Да? Голда Мейер сказала, что у нас нет ядерного оружия, но если надо, мы его применим. Совершенно верно. То есть вот тут и эта ситуация может случиться. Мы видим, что Израиль вообще не церемонится, нанося удары по мечетям, в том числе, они считают, что там террористы скрываются. Ну, для террористов это нормально, прикрываться религиозными святынями, но Израиль вообще не церемонится. Поэтому, значит, ситуация накаляется, наземная операция. Хизбалла, правда, немножечко, как говорится, заднюю дали сейчас. Вот насколько я понимаю, буквально перед нашим эфиром за 2 часа из Ливана пришло сообщение, что Хизбалла первое нападать не будет на Израиль с севера. Там, хотя там Израиль на всякий случай эвакуировал приграничные районы с Ливаном. Но, в общем, ситуация крайне сложная, взрывоопасная. Я, кстати, вот, что я главное забыл сказать. Сегодня большая программа у меня на эту тему выйдет. Если вам нужно больше времени разобраться, то вы подпишитесь на мой персональный канал. Вот здесь под видео синим английскими буквами нажимаете, и там всплывает окошко, и подписаться. И будет большая программа. Ну, а мы тут с Ириной вкратце постарались вам объяснить, что происходит. А Хезболла дала задню через політичні чи воєнні все-таки мотиви? Тому що спершу, напевно, і сам Хамас не розраховував на такий успіх початку своєї операції, але зараз зачистка більш ніж активна і про ліквідацію лідерів, там поки що офіційних немає підтверджень, все-таки повідомляють і про зачистку території, і про повну блокаду сектору Газа вже зараз теж йдеться, і про 300 тисяч резервістів, які до лав ізраїльської армії долучаються, теж йдеться. То Хезболла просто розуміє, що не рівні сили, чи все-таки якісь політичні мотиви могли тут зіграти роль на цьому етапі війни? Ну, я думаю, що тут може бути і как бы дезінформація. Тобто ми ж теж прекрасно розуміємо, що зараз потрібно фільтрувати і ще раз фільтрувати. Тобто, ну, по крайней мере, на официальных информагентствах эта информация появилась. То есть, если бы это была комплексная атака, и все было так задумано, что Хизбалла тоже спонсируется Ираном частично, и то, если бы задача была уничтожить Израиль или там отхапать какие-то территории, то, конечно, атака была бы не только вот такая многослойная, но и комплексная с разных сторон. Но мы видим, что целью было немножечко другое. То есть они прекрасно, боевики Хамаса прекрасно знали, что территорию они не удержат. Их задача была посеять хаос для мира. Вот эту картинку, и до сих пор я не могу отойти от этого ребенка, которого там пинают, да, бедного, который не понимает, что происходит. Женщин, которых вывозят, расстрелянных этих ребят молодых с фестиваля, там же граждане разных стран вообще были. Там, и вот сейчас и поступают и из Таиланда 10 человек. И... Ну, в общем, дичь какая-то полная. Да, вот показывают сейчас этот лагерь, который очень близко, кстати, находился к границе. Да. Ну, в общем, так вот. И задачей было вот эти картинки
Там, вот видите, дорога, машины побросали, они расстреляны, это часть из смерти, них, часть да, сгоревшей. Прямо вот так, кто не успел через поле убежать, того либо расстреливали, либо забирали. Еще пока не подсчитали точное количество заложников, которые захватили. Вот это и было ключевой целью. Захватить заложников и сейчас менять их там на всех палестинцев, которые сидят в израильских тюрьмах, а может, не только в израильских. Ну, что сказать? Я думаю, что подобные организации, которые такими методами действуют, в цивилизованном мире право на существование иметь не должны. Ті, хто вижив після цього фестивалю, кажуть, що вони відчували себе ніби утками, які бігли, по яких просто стріляли люди. Ще ми бачили дітей в клітках для тварин. CNN пише про те, що, ймовірно, вже ліквідували половину заручників, ну, що теж, звісно, треба перевіряти, але це навіть порівнювати зі звірями неможливо, тому що звірі так не діють. Це якесь зло таке в своєму прояві небачене в 21 столітті. Ну, хоча ні, чому бачене? Очень даже известно, Буча. Есть достойные учителя. Мы прекрасно помним, и Хамас точно так же угонял трактора, сельскохозяйственную технику, а те пошли еще дальше. Они, россияне, откручивали все, что можно открутить, терзали, мучили, убивали, и Буча, Ирпень, Бородянка, все помним. Целые города с лица земли постирали, миллионы людей оставили без домов, детей без семей, все прекрасно помню. Может, оно, знаете, не так оно сейчас и всему миру воспринимается. Ну, может, уже привыкли, что россияне так себя ведут. Но мы напомним обязательно. Никто не уйдет от ответственности. Да-да, і вони згадають своє любиме «Ніхто не забить, ніщо не забита». Ще одна провокація Росії. Ми вже почали говорити, Борисе, що треба фільтрувати інформацію зараз більш ніж. Росія передала Хамасу захоплену в Україні зброю і готує масштабну провокацію. Про це повідомляє наше головне управління розвідки. Відповідний допис вони оприлюднюють у себе в телеграм-каналі. Говорять, що треба бути обережними, тому що вони будуть роздмухувати той факт, що воюють бойовики Хамасу зброєю наших західних партнерів, що вона, мовляв, їм передана була. Про це ще також попередив Центр протидії дезінформації. Кажуть, що російська пропаганда почала поширювати фейкові повідомлення, які ніби вказують на те, що терористи Хамас використовують зброю з України. Ну, це в перший день почало з'являтися, що там якісь зброя з мукачівськими номерами, маркуваннями. І отут на фоні цих застережень виходить Борисе Пісков і каже наступне. 20 секунд слухаємо і коментуємо. Очевидно также то, что сотни тысяч тонн вооружения, которые коллективный Запад направляет на территорию Украины, не полностью оседает там. Что часть из них оружейными баронами распродается по всему миру, неся, кстати, в разные страны мира и в разные регионы мира смертельную опасность. Это тоже хорошо всем понятно. Но в данном случае нужно просто дождаться, когда будет квалифицированная точная информация на этот счет. Глибина ось цієї ідеї ПСО просто, звісно, вражає. Як вони до такого додумалися і ще вони думають, що в це хтось повірить? Бо, насправді, мало смішного зараз всі ці ситуації, але ось це виглядає просто, ну, дуже якось ганебно, дико і смішно. Ви знаєте, повірять. Тобто я, ну, абсолютно не ісключаю, що у росіян могло оказатися часть оружия. Ну, війна є війна, хтось захватує где-то что-то. То есть часть оружия, которыми воевали наши бойцы и которое нам передавали западные партнеры. Я вообще этого не исключаю абсолютно. Также не исключаю, что вот оно, как говорится, да, джекпот. Сейчас мы Хамасу его отдадим, сфотографируем их с этим оружием и расскажем всему миру, значит, что Украина, оружейные бароны, как они сказали, продают туда. Это абсолютно типично для России. Они же с самого начала, помните, даже некоторые европейские партнеры ставили под сомнение поставки вооружения, мол, а оно не окажется, извините, Нетаньяху, да? Mm-hmm. Мы не поставляем Украине там оружие, премьер-министр Израиля, потому что оно там может оказаться у Ирана, а потом у Хамаса. Ну, то есть были же такие, кто изначально эту тему продвигал? Были.
То, что американцы контролируют максимально жестко поставки вооружений и военную помощь, это я вам тут знаю. Тут и сомневаться не нужно. То, что они прекрасно узнают, где и когда какое оружие могло попасть в руки россиян, это тоже факт. Поэтому нам в данном случае, как говорится, бояться нечего, никакой дискредитации, явно мы никуда ничего не продаем. Но картинка для обывателя, который не знает, что в России, например, довольно тесные связи с Хамасом. Кстати, если это оружие захваченное, там несколько единиц или моделей каких-то появится у Хамаса, это еще раз подтвердит, что у России гораздо более тесные связи, чем Россия хочет, чем Россия об этом говорит. Поэтому это будет подтверждением того, что уши, как говорится, российские там тоже есть. А я уверен, что они там есть. Иран с Россией на пару решают часть своих задач. В общем, как говорится, ждем. Россияне, они просто иногда настолько тупые бывают, что заранее анонсируют свои провокации. Потом, когда эти провокации разбирают на запчасти, они их то ли не проводят, то ли проводят криво. Такое было неоднократно уже. Да, я думаю, що там не тільки вуха стирчать, а може щось і поглибше. Що ж, дякую, що тут роз'яснили, Борис, але все-таки ми не можемо не забувати про те, що і ситуація на українському фронті, вона розвивається, і ситуація на тимчасово окупованих, незаконно анексованих Росією територіях, вона теж не стоїть на місці, окупантам там неспокійно. Вони, пам'ятаєте, вони нічому не вчаться, то вони сідали на новорічний вогник свій останній в житті там, да, на Донеччині, подивитися на виступ Путіна, і потім більше ніхто з них не прокинувся, з отих свіжомобілізованих, яких відправили і розселили в коледжі в Макіївці, так, якщо мені не зраджує пам'ять. Так от, в суботу ввечері, 7 жовтня, росіянчики теж так, вони люблять разом їсти, і от це для них стає останніми трапезами. Вони сіли, поїли в Джанкої, і спершу зранку ця інформація почала з'являтися в медіа про те, що у суботу ввечері, 7 жовтня, коли якраз ми всі, весь світ, увага всього світу була прикута до Ізраїлю, по силах та засобах Збройних сил Російської Недофедерації в окупованому Джанкої був завданий ракетний удар. Серед окупантів є втрати. Про це почали писати медіа. А от просто зараз Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, підтвердив цю інформацію нашому 24-му каналу. Каже, всі деталі уточнюються, перевіряються, чекайте інформації. Але тим не менше, ось так, по базі окупантів у Криму, у Джанкої, прилетіло подейкують соцмережі, що там була еліта ГРУ. А дійсно в Джанкої зосереджується ось таке найбільше, як мені вже теж видається, скопичення живої сили противника, наскільки там могли дислоковуватися елітні підрозділи. Ну і росіяни, які так хотіли, щоб увага була переключена на війну в Ізраїлі, їм же ж це ніде не вдасться, правда? Не вдасться їм. Тобто, понятне діло, що следит весь мир за событиями в Израиле, но в том числе и весь мир следит за тем, что происходит в Украине. Потому что, давайте так скажем, Израилю будет помогать вот военную помощь отправлять туда, скорее всего, и уже вроде как есть утвержденный пакет, Соединенные Штаты, нам помогает фактически весь цивилизованный мир. Во-первых, несопоставимые противники. Во-вторых, цели и задачи разные. То есть цель Путина – уничтожить, он сам говорил, существующий миропорядок, свой, значит, старперский миропорядок, как он считает, воплотить. А его миропорядок – это вот он сидит, и все в регионе делают так, как он скажет. Поэтому нам помогают. Да, естественно, будет расфокус немножко по вниманию, но мы, как говорится, темпы не сбавляем. Рамштайны идут, переговоры идут. Что касается планов Путина заморозить, заговорить, с новой войной перекрыть, здесь никак не получится. Почему? Потому что, собственно, он же не самый умный. Да? Все понимают, что... И, кстати, вы обратили внимание, так сквозной новость пролетела, что Соединенные Штаты вроде как 100 миллиардов планируют выделить Украине. И это не из разных источников эта новость прошла. Но это говорит о том, что про Украину никто не забывает. То есть идея Путина, что он там где-то с Ираном на пару развяжет войну, и все про нас забудут, она абсолютно утопическая и провальная. Поэтому не ведемся на российское ИПСО,
и нашим партнерам того же желаем. А еще там, Борис, еще пару слов. Кажуть, панічно в Криму, что уже судно на вантажівках переносят, бо бояться перевозить их по морю, тому везут их просто на вантажівках. Как там настрой? Что вам известно? Они, знаете, как, ну, по крайней мере, те вот ребята, с которыми я общаюсь, они мне пишут, что вот эти удары, когда у них начали включать сирены, когда начали чистить бомбоубежище, когда начали предъявлять власти там что-то. Я, кстати, не исключаю, что это везут это, там, умело на металл что-то сдавать, там, может, это и не судно. Вот. Там умельцы такие есть. И как-то очень грустно стало. То есть, по большому счету, сейчас говорят, не разбомбят ли украинцы мост или нет, а говорят, вот а когда украинцы это планируют сделать. Сейчас они свою, сейчас вы поймете иронию судьбы, они сейчас говорят, что мы, Украина, к зиме планируем уничтожить им там все электростанции, пообрубать логистические пути, естественно, в виде Керченского моста и так далее, и оставить их замерзать голодных и холодных. Понимаете иронию судьбы? И сейчас они об этом говорят. Сегодня 9 число, да? Это говорят они ровно через год после того, как Россия начала делать вот то, что я только что перечислил, только со всей территории Украины. Ну вот, вот так вот обернулось оно, неприятно. Но будет еще хуже, вы не переживайте, это не предел. Да-да-да, ждите, будет, за що боролися, на то і напоролися. Так воно в житті і трапляється, особливо в житті ось таких окупантів, диктаторів і нелюдей. Борисе, дуже дякую за цю конструктивну, всебічну розмову і аналітику. Спасибі, що розпочали з нами інформаційний тиждень. Побачимося вже завтра, на все добре. Це був Борис Тізенгаузен, політтехнолог та аналітика від нього. Якщо хочете чути та бачити та зрозуміти більше, заходьте на канал Бориса. Опис є просто під цим відео. Синім капслоком Тізенгаузен через собачку. Це все активне посилання, ви просто тиснете і опиняєтеся на ютубі Бориса Тізенгаузена, також підписуйтесь на наш ютуб 24, нам буде дуже приємно, вже залишилось геть трішки до 6 мільйонів, тож дякую, що обираєте, і лайк принагідно поставте нашій розмові, якщо вам сподобалось, якщо ви зрозуміли для себе те, що не могли зрозуміти навколо війни в Ізраїлі та в Україні. З вами була я, Ірина Узлова, бережіть себе, вірте в Збройні Сили України, побачимось.